Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия, и я Вика. Сегодня не планировала я снимать это видео, это я вяжу себе футболку. Кстати, разбор ее у меня есть на канале. И вот рукав решила сделать вот такой вот сеткой. И тут подумала, что все-таки я вам покажу, может кто не знает. Вот так вот она выглядит, не разутюженная. Вот она. Она очень похожа на ту, которую видео у меня популярная. Вот она. А вот в таком, так она выглядит разутюженная, девчонки. Очень красиво. Крупная такая сетка получается. Как раз летний вариант. Вот что угодно. Вяжите хоть мужу футболку, хоть себе тунику, майку. В общем, смотрите, девчонки. Вяжется тоже достаточно просто и выглядит симпатично. Вот, поэтому я и решила, на всякий случай покажу, может кто не знает. Значит, схемку я сюда вставлю. Схема взята из вольного доступа из интернета, поэтому без опознавательных знаков я ее вам и предлагаю. Значит, число петель должно быть кратно 4 плюс 2 кромочные петли. Раппорт состоит у нас из 4 петель и 2 кромочные. Значит, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Значит, у меня 12 петель узора и 2 петли кромочные. Из 12 петель 2 петли у нас замыкающие в начале и 2 петли замыкающие в конце. Итак, первую петлю снимаем, 1 лицевая, 2 петли вместе лицевой с уклоном вправо. То есть спицу вводим слева направо и провязываем 2 петли вместе. Двойной накид 1, 2 и 2 петли вместе с уклоном влево. Далее все то же самое. 2 петли вместе с уклоном вправо. Двойной накид, 2 петли вместе с уклоном влево. Далее 2 петли вместе с уклоном вправо, накид и лицевая. И кромочная изнаночная. Изнаночный ряд мы вяжем все петли изнаночными, кроме накида. Значит, там, где у нас двойной, здесь одинарный накид, вяжем просто изнаночной. Эти петли вяжем изнаночными. Здесь первую петлю из 2 накида вяжем лицевой, вторую петлю вяжем изнаночной. 2 изнаночные, лицевая, изнаночная. 2 изнаночные. Кстати, это очень похоже, вернее, почти тот же узор, которым связан турецкий кардиган, но без скрещения петель в изнаночном ряду. Далее третий ряд, кромочная, 1 петля лицевая. Вот мы видим, да, что вот эта 1 петля лицевая, она у нас просто для кромки здесь, чтобы не было накидов возле кромочной петли. Накид, 2 петли вместе лицевой и 2 петли вместе лицевой с уклоном вправо. Двойной накид, 2 петли вместе лицевой и 2 петли вместе лицевой с уклоном вправо. Двойной накид, 2 петли вместе лицевой и лицевая замыкающая. Повторение раппорта хорошо указано на схеме, где он есть, как бы где идут повторения. Схема нарисована в большем количестве петель, поэтому все хорошо видно. И четвертый изнаночный ряд. Все петли изнаночные, кроме первого накида. Вот он, первый накид из двойки. Его мы вяжем лицевой, второй изнаночный. Лицевой, второй изнаночный. Остальные петли все изнаночные. Если вот в начале ряда накид один, мы его просто вяжем изнаночно. Вот и все. И начинаем с первого ряда. Девчонки, вот такие вот большие дырочки у нас получаются. Сетка воздушная, красивая. Поэтому вяжите. Мне нравится. Мне даже больше нравится, чем та на кардигане, где мы скрещиваем. Вот посмотрите это видео.
Я оставлю ссылочку под видео. Там, в принципе, та же схема, но только на изнанке скрещиваются петли. И та сетка мне нравится меньше, потому что там ведущая петля уходит в бок, и оно полотно немного косит из-за этого. А вот эта вот именно сетка, она не косит, она похожа на ту, тоже оставлю ссылку первого видео. Там просто она, в принципе, то же самое, сетка по сути точно так же выглядит, но только с меньшей дыркой. Дырка маленькая из одного накида. Поэтому все видео я оставлю в описании под этим видео. Посмотрите, кому интересно, кто видел или кому не интересно, не смотрите. Вот такая вот сеточка, девчоночки. Я с вами на сегодня прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.